Нет пока. Третья камера котла. Откуда углерод? Да это я тут уронил. Так, вот это сам весь котел. Он там вдали. Первая камера. Здесь вот вторая камера. Сейчас вот нахожусь в третьей камере. Трубы нормальные, не вареные. Я с другой стороны зайду еще посмотрю. А с этой стороны посветить надо. Да, да. Вот на трубы, чтобы трубы видно было. А вот сюда? Вот эти. Борис, это что за трубы идут? Это выравнивать что ли? Да. Так, вроде не заваренный, да? У тебя там не видно, заваренный, не заваренный, ничего нету. Не видно никаких. Никаких. Вот они хорошо. Очень хорошо. Так, теперь надо вот сюда светить. Не важно, тут миль, вот эта глина там сзади. На второй котел, чтобы мне показать. Тут это... Чтобы да, туда посветить. Это вот задний фронт переднего котла, у первого котла. И а переход, ага, переход на второй котел. Вот здесь вот вверху видно вот тоже в тетике. Немного, конечно, потом надо будет почистить. Нижний ряд, нижний ряд. Вот весь чистый. А если смотреть на котел, с левой стороны вверху вот как раз забивается. Течи не обнаружено ни во второй камере, ни в третьей камере. Так.